Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что у нас с вами сегодня? Очередной обзор на канал Семья Бровченко. Мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Не забывайте поддерживать своих блогеров из России, поскольку нам уже YouTube несколько месяцев вообще ничего шинки не платит. Поэтому поддержите хотя бы лайком и поддержите хотя бы хорошим, добрым комментарием. Ну что, ребят, давайте обсудим с вами. Предлагаю обсудить два обзора Бровченко которые меня, знаете, возмутили. Да, сейчас скажу, объясню, почему, и, конечно же, я буду, так скажем, ну, достаточно эмоционально все это дело высказывать. Также мы немножко пару слов посвятим нам с нашим старым добрым колесам. Колесниковым, да, да, я думаю, все прекрасно о них помнят, ну и самое главное, что, значит, ссылку на свой Бусти канал я закреплю обязательно в комментариях, кто не подписан, заходите, подписывайтесь, там у меня каждый день интересные свежие обзоры на Уралку, на Поберуху, на Судакову, на пиратскую жизнь, и буду уже туда включать новых блогеров. В общем, друзья мои, все вам рассказала, ну что, как говорится, поехали! Про колес. У меня девчонки писали, мальчишки писали. В предыдущем моем обзоре, Галя, что-нибудь про них расскажи, ведь ты на них снимала там 4 года. Ребят, сказать о них абсолютно нечего, да, по той простой причине, потому что они больше нигде ничего не выпускают. Вот как с 12 августа все сказали нам баста, убрали все наши аценсы от блогеров из России, то есть колеса перестали снимать, потому что YouTube перестал платить деньги. Это абсолютно нормальная ситуация. Мы все люди, мы все, как говорится, человеки, нам всем надо на что-то есть, как-то одеваться, все покупать, все это стоит денег, да, а, поэтому блогеры такие же люди, им тоже надо куда-то идти работать. Понятное дело, что Лешка и работа – это вещи несовместимые, но даже если он где-то там что-то там, знаете, занимается какими-то делишками, ну, это в любом случае должно приносить какой-то доход, потому что YouTube сейчас дохода блогерам не приносит из России ни копейки. Да, у них, насколько я слышала, у меня писали Родилась девочка, собственно, об этом я тоже уже говорила, я помню, что вот поберуху у нас рожала, да, и за ней должна была Светка тоже где-то вот за ней вот-вот в вот аккурат родить. Ну, понятное дело, Светка ж не слон, чтобы ходить и вынашивать своего ребятенка два года. Даринка пошла в школу, это мы все знали прекрасно, да, уж как она там пошла, как она будет учиться, ну, я думаю, точно так же, как и ее братья и сестры, все-таки не семи пяди во лбу, хотя, конечно, ребят, все это хотелось очень посмотреть, очень хотелось увидеть, и когда я говорила, что все, колеса перестали снимать, я и на Дзен к ним заглянула, да, там нет ничего нового, и как бы на Ютубе тоже там держу руку на пульсе, Некоторые писали, да и фиг с ним, да и хрен с ним. Ребят, у меня к колесам всегда было такое немножко особое отношение, я об этом и говорила, да, даже когда они переставали снимать, я делала ретро-обзоры, вытаскивала какие-то старые интересные их ролики, делала на них обзоры, и мои зрители тоже были очень этому рады. Ну, потому что для меня колеса... Нет, это не самые первые мои блогеры на просторах Ютуба. Первыми у меня были хэппи, первыми были сканеры. И вот потом, как раз-таки, да, буквально уже через полтора месяца я стала делать колес. То есть я их, по сути, делала все четыре года моего нахождения на Ютубе в качестве блогера-обзорщика. Плюсом я еще до того, как вышла делать обзоры на колес, я еще там и в группах писала, да, и еще когда я даже не собиралась быть никаким блогером. Короче, по колесам никакой точной информации нет, они себя не выставляют на просторах YouTube и других социальных сетей. Возможно, если что-то изменится для нас, блогеров из России, на YouTube в лучшую сторону, мы сможем их лицезреть, ну, по крайней мере, возможно, на этой площадке или на какой-то другой. Пока, насколько я понимаю, у них нет никакого желания снимать даже на Дзене. Хотя дзен платят деньги. Но, опять же, дзен платформа явно не для всех. Я там попробовала себя, мне вообще некомфортно. После ютуба мне вообще, вот, ну, не мое. Ну да ладно, друзья мои, давайте перейдем к Бровченко. Бровченко снимают, да, у них канал зарегистрирован не в России, у меня зрители спрашивали, а можно ли, да, то есть они живут в России, зарегистрировать канал не в России для того, чтобы получать деньги. Можно, Абсолютно можно, это законно, если у кого есть такая возможность, как говорится, да, ну, правильно делают. Ну что, ребят, один ролик. Болталка от Бориса. И, знаете, Борис вышел, ну, практически, если это так можно назвать, с утра пораньше и говорит, ну вот на дворе уже солнышко светит. Я, говорит, специально вышел в 10 утра, чтобы уже, говорит, было все-таки потеплее. Мол, надо чинить мою буханку вышел. Вышел в 10 утра, ну, я так понимаю, только проснулся, естественно, да. Боря вряд ли просыпается в 6 или в 7 утра с первыми петухами, нет? Вышел, когда проснулся, потянулся, выпил чашечку кофе, ну, и потом надо все-таки и честь знать. Танюха приболела, соответственно, Борису приходится отдуваться за себя из-за того парня и пилить контент. Ну, как ни крути, им Ютуб платит, соответственно, они в том числе и на эти деньги, конечно же, живут. Смотрит, оглядывает так своим зорким взглядом свою вот эту буханку. Она вся ржавая, ребята, видавшая виды и, знаете, так задумчиво произносит. Да, говорит, что-то надо, говорит, с ней делать, типа даже не знаю, что и делать. Ребят, так и хотела сказать, выброси ее, чертовой матери, сдайте вы ее уже куда-нибудь, ну или на металлолом, или еще куда-нибудь, да, ну как ни крути, господи, чинит и чинит, чинит и чинит, чинит и чинит, не столько ездят на ней, сколько он, значит, под ней лежит и ее чинит. Понятное дело, что все имеет, как говорится, да, свой срок давности и так далее, да, то есть каждая вещь, она, ну, она же не на века, правильно, все равно рано или поздно приходится менять, в том числе и вещи, и машины, и все на свете и так далее, но опять же, Помните, как они сказали мы, мы против кредитов, мы ничего брать не хотим, мы уже, да, мы уже набрали всего на свете и так далее. Но правда, на последнем стриме Бровченко все-таки решили. Да, они рассказывали про свои цели и про то, какие они донаты выставляют. И вот донат у них выставлен еще и на легковую машинку для Бориса. Ну, ну что ж, не знаю. Я сомневаюсь, что им, конечно, накидают столько денег, потому что, ну, потому что никто, никто, если только какие-то там несколько рублей, несколько копеек, ну, может быть, несколько тысяч, ну, понятное дело, на целую машину, как по в свое время, им никто не накидает. Далее. Борис провел на улице буквально 2-3 минуты, следующий кадр, и я смотрю, он уже благополучно лежит на кровати, на двух подушках, я еще смотрю на него и думаю, так не поняла юмора, а где, собственно, работа с машиной, а где вот этот вот ремонт и так далее. И, значит, он лежит, изображает из себя, как, как будто ему уже, знаете, настолько плохо, что он уже находится, простите за выражение, буквально при смерти. Ой, вот прям, знаете, таким голосом. Я чуть живой, я почувствовал себя плохо, мне стало так плохо. Я думаю, боже, что со мной происходит? Почему мне так плохо? А потом, друзья мои, Борис измерил температуру. Вы знаете, он так рассказывал, что ему стало плохо. Как будто он там прямо потерял, да, свалился в обморок. Что-то там у него случилось, приключилось. Оказывается, у Бориса температура 37,5. Я, ребят, просто валяюсь. Потому что люди с такой температурой работают, да, ну, если, допустим, у тебя температура поднялась на работе, ты же не скажешь, все, кирдык, у меня 37 или 37,5, я понеслась домой, да, или поехал домой, а тут прям все, сразу пришел, себя очень любит, улегся в кроватку с двумя подушечками, улегся и лежит. И рассказывает о том, что Тане тоже очень плохо, Таня у себя в комнате, а у Тани температура 37,3. Ну, короче, у них там Друзья мои, мамка с папкой заболели. Далее, значит, он начинает рассказывать всякую ерунду, да, по поводу того, что вот я уже подготовил машину к зиме, ну, прям такой герой Кубани, куда деваться, да, ну, все готовят машины свои к зиме, абсолютно, но при всем при этом работу никто не отменял. Далее говорит, слава богу, что ванная у нас работает, но, говорит, опускаются у меня руки, столько, говорит, всего надо сделать, столько, говорит, работы, ну, так и хочется сказать правильно, столько работы, столько работы, а ты пошел и решил прилечь, не, я понимаю. Бывает иногда так себя ужасно ощущаешь, действительно, может подняться температура. Может быть, крутить суставы, да, какой-то там озноб сейчас разные, вот что только не ходит, да, всякие там болячки, болезни и так далее. Но, ребят, давайте серьезно. Прошу прощения, я тоже немножко приболела. Давайте серьезно. Если ты так себя хреново чувствуешь, какого черта ты не будешь хвататься за камеру? Ты не будешь снимать этот момент и кричать, «Боже, мне так хреново, я сейчас лежу, вот я сейчас вот на себя камеру направлю». Зачем? Ты ляжешь и будешь отдыхать. Ты отключишь все телефоны, чтобы тебя никто не беспокоил, накроешься пледом или одеялом, да, уляжешься, выпьешь какие-нибудь э, лекарства и, по крайней мере, поспишь, да, чтобы как-то восстановить силу. Нет, этот схватил камеру и рассказывает, и тут же говорит, не-не-не, ни в коем случае, вы не подумайте, я не жалуюсь, не жалуюсь. Но, говорит, вы знаете, да, говорит, силы меня покидают, заказы, говорит, у меня есть. Надо, говорит, еще, говорит, столько дел переделать, говорит, забор я уже отменил, говорит, потому что некогда, да, чувствую, поднимается температура. Правда, друзья мои, вместо того, чтобы лечь и отдыхать, Борис вспомнил, говорит, ой, а у меня спрашивают, а что же я хочу получить на день рождения? В этот момент я, вы знаете, только хотела, ну, серьезно сказать Борису о том, что как, а, а что? Вот те же 500 рублей, да, и чупа-чупсов штучек 50. Ну, то, что вы подарили Борисику-младшему, вот это, собственно, себе и презентует, да? Нет, ребята, нет. Оказывается, Танюха хочет себе щенка. Я, я просто в шоке. Я в шаках, я бы сказала, да? Завести себе щенка, ну, мало ей детей, ей еще щенка подавая, она за собой не ухаживает, да? За детьми не ухаживает, дети там у них и варят, и парят, и готовят, и убирают, и на улице помогают, да? А ей щенка заведи, она себе голову помыть не может, выходя к зрителям. Щенка. Он говорит, а я, говорит, вы знаете, хочу себе кота. Ой, говорит, хочу, говорит, такого кота, говорит, большого. Майкуна хочу. Я сижу, думаю, оба-на. Нормально, да? Ребенку 500 рублей и чупики, копеечные, 50 штук. Даже там не 200, не 250, а 50 штук. А себе, говорит, майкуна хочу. Такого показывает, знаете, забыл уже тут же про свои болячки, про свое плохое состояние, прям разулыбался в экран, лежит такой, знаете, Сразу хворь куда-то делась, все куда-то отступило на задний план, видимо, так, так и болеет, собственно, раз улыбается, настроение хорошее. Вот, говорит, хочу, чтобы он был большой такой, говорит, метр такой вот прямо от кончика хвоста и там до головы, до лап и так далее. Я вот просто, ребят, сижу и думаю, нифига себе, вот насколько вы себя любите, вот такие же, вот такие же, как колеса, такие же вот эти вот и бровченко, да, я говорю, такое впечатление, что их штампуют на одном заводе, да, я уже об этом как-то говорила. Вот, а, мало того, что себе на подарочке им денежек не жалко. Не-не-не. А по поводу Майкуна, соответственно, код большой, естественно, ему придется и еды. Да, нужно будет значительно больше, и ухода за ним должно быть больше, ребят. Куда этот бедный кот? Ну, ж кто его будет кормить? Они детей своих накормить не могут. Жмут каждый кусок. У детей все посчитано, и пельмени, и все на свете. А тут кота огромного надо будет кормить. Или он у вас тоже, Борюсик, будет ходить в полуобморочном состоянии, и без конца будет одно только желание, как и у детей, просто исключительно что-нибудь сожрать, где-нибудь найти и что-нибудь поесть. Я в шоке. Особенно я в шоке вспоминаю, когда они переезжали Поправьте меня, если я, я, же их смотрела вот так временами, да, в Горохово или где они жили, в Иркутской области, они оттуда переезжали, они там бросили, бросили какого-то кота, вот это я помню точно, что я тогда делала обзор, да, и я тогда очень возмущалась и говорила, какие же вы сволочи, что вы не в ответе за тех, кого вы приручили. А здесь они, кота он хочет, боже, дети им нафиг не нужны. Одна щенка хочет, другой кота, уже под 40 лет, а все никак не наигрались. Да, вот все никак не наигрались. Маякуна ему хочется. Я просто в шоке. Далее демонстрирует. Пашка, говорит, приготовил поесть. Сделал, мол, по Танюшкиному рецепту рагу. И демонстрирует в мультиварке рагу. Ну, хорошо, что есть Пашка, который может приготовить поесть. А тут все остальные уже просто от голода окочурились. Ребята, я в шоке. У матери температура 37,3, она лежит, как колода. У этого 37,5 про кота заговорил, заулыбался, забыл, про все болячки. А дети готовят есть. Ну, вот э, у них это обычное нормальное состояние, привычное состояние, да? Вот про детей ноль эмоций. Про детей ноль, ноль разговоров. Может, и дети там что-то приболели и плохо им, да. Но об этом даже никто не говорит, ведь главная папка и мамка. Далее, говорит, ой, съездил, говорит, съездил в город, немножко, говорит, проветрился. О, как, ребят. То есть, как пожрать, приготовить своей семье, да, своим детям? Не, он не может. А вот больной так плохо было, так плохо было, но съездил в город проветриться, как он сказал, больной, ну правильно, перезаражать других людей и, говорит, купил семь, говорит, арбузов, такой довольный, показывает, говорит, положил, говорит, в хоз постройку, ну, говорит, теперь, говорит, будем растягивать это удовольствие, растягивать эти арбузы, пару недель, говорит, будем их есть. Я сижу и думаю, блин, это ж как надо растягивать эти арбузы, чтобы такое количество людей, которые живет в семье, что там этот арбуз, один вон разрезали, да, и, и толком даже не наелось такое количество детей и, и все-таки там и взрослые, которые едят за семерых, да, а тут он собрался их растягивать. Это как, детям так, дадут исключительно понюхать или по половину кусочка, остальное с танюхой сожрут сами? Ну, в общем-то, далее. Далее, что там рассказывает, ой, говорит, да, ну, говорит, конечно, говорит, ну, в общем, да, какая-то гадость к нам прицепилась, говорит, и ко мне, и к Танюхе, что вот нам никак, никак себя в чувство не привести. Ну, да, я бы сказала, что это за гадость олень-матушка, которая впереди Бровченко, конечно же, бежит. Далее очередной ролик. Борис идет уже по улице, идет и рассказывает нам. Да, говорит, температура спала, надо бы еще, конечно, полежать, но дела никто не отменял. Боже мой, друзья мои, с каким же опломбом это все было сказано, словно я, смотрите на меня, я такой герой-героище, срочно мне медали вешайте, я бедный несчастный, надо бы полежать, да, ну, то есть, когда он, значит, больной, типа больной, а больной ездил за арбузами, все было нормально, да, все, хорь куда-то отступила временно, а тут, когда надо было работать, вот сразу вспомнил, что он еще и больной, Таня, говорит, лежит, не встает, у нее, говорит, все болит, слава богу, сказал Борюсик, что дети себя чувствуют хорошо. Ну, в этом я, кстати, сомневаюсь, да, если даже дети себя и почувствуют не очень хорошо, то мама, знаете, как вот мать, заботливая мать, да, как курица-наседка, она, Танюха, точно с детьми носиться не будет не будет носиться с ними, как с писанной торбой. Это не та женщина, которая будет вокруг кого-то носиться. А вот свои болячки, даже не существующие, да, ну, это, знаете, вот, если надо, она их придумает и выдумает, да, она будет прямо вот это вот все муссировать, вот это все прямо культивировать, вот это вот прямо все, вот, вот об этом, обо всем рассказывать. И показывает следующий кадр. Решили показать Танюху. Ребят, лучше бы они ее не показывали. Вы знаете, вот Танюха лежит, да, нет, она не лежит, она сидит уже на кровати, и, значит, рассказывает, боже, прям так эмоционально, как мне было плохо, думала, помру, думала туда, думала сюда, говорит, чувствовала себя, говорит, просто ужасно. И вот в этот момент, пока она рассказывает, как ее трясло, как ее колбасило, как она потела, в этот момент рядом с ней находится ребенок, Борис младший, Боря, да, тот самый, который вот совсем недавно был именинником. Так вот, и вот он так ходит вокруг матери, смотрит на нее. А та же, как актриса, актриса больших и малых, рассказывает прям плохо, прям думала помру, думала все уже, кони двину и так далее. А ребенок-то, понимаете, это мы с вами смотрим на нее, да, уже взрослые люди, мы, и мы прекрасно понимаем, где они играют, где они врут, где они сочиняют, где они преувеличивают и так далее. А ребенок-то, вот это его мама. Это мама, да. А он все это воспринимает, конечно же, за чистую монету. И он так смотрит на нее, знаете, то за руку ее пытается взять, да так переживает. Мама же говорит, что она практически уже все, как говорится, кони двинула. Так хочется сказать, блин, чучундра то недоделанная, да? Вот точно так же, как я говорила всегда в свое время с Веткой Колесниковой. Что ты творишь? Ты что не понимаешь, что ты ребенка пугаешь? Это ж твой ребенок, который испугался, что ты и правда с тобой что-нибудь случится. Сидит, ребята, и говорит, да, да, говорит, я не знаю, как я выжила, говорит, этой ночью. Я, говорит, конечно, вся грязная, вся вонючая. Не переживай. Это твое обычное привычное состояние. Сидит сальная башка, да. Я, знаете, все понимаю, что когда человек болеет, когда он приболел, когда у него температура, да, когда его там трясет, колбасит, и опять же, естественно, все это ты потеешь, понятное дело, это все как бы, да, это все в порядке вещей. Но зачем себя показывать в таком виде? Хотя, с другой стороны, а в каком таком виде, да, Танюху сколько не показывают, у нее всегда сальная башка. Знаете, про таких говорят, да, хоть картошку можно жарить на ее голове. Вот не люблю это выражение, но здесь оно тоже подходит как нельзя кстати. И вот она сидит, я вот вся грязная, вонючая, а что тебе мешает пойти и принять душ, да, привести себя в божеский вид? Что тебе мешает? Переодеться, да, поменять постельное, я не знаю. Лень матушка, опять же, ничего делать не хочет. Вот Понимаете? А, а что, у нас такого не было, когда у нас температура 37 или 37,5, да, мы болеем, там, неважно что. Идем, готовим, есть в своей семье, да, там муж пришел с работы, дети, школа, уроки, занятия и так далее. Неужели у нас что, такого не было? Миллион раз было. А это лежит, лежит рассказывает про свои болячки. Как у нее все плохо, как все ужасно. Ты говорит: Боря рассказал про то, что мы с тобой заболели. Он говорит: да, да, Таня, я рассказал. Да, конечно, рассказал. Уже все, уже весь интернет знает про то, что вы болеете, и никак не можете в себя прийти. Вот в этот момент мне стало жалко ребенка, который прям все это принял за чистую монету, да, он же ну, не понимает еще в силу своих а, умственных способностей да, и свои, своего возраста, что его мама просто актриса который хочется, чтобы с ней носились, как списанной торбы, не с детьми, да, носились, а с ней. И ее постоянно все жалели, да, вот это вот, я заболела, ну и что, ну мы все болеем. Дальше-то что, от этого никто не, 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 как говорится, да, не застрахован. Мы все болеем. Кто-то больше, кто-то меньше. В общем, ребят, вот такой у меня получился обзор продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Всем хорошей пятницы, у кого начались каникулы. Свобода попугаем. Всем пока.